Первый форум региона у Беларуси и Украины еще раз подтвердил зацикавленность двух краин одна у одной. Подписаны контракты больше, чем на 100 миллионов долларов. Вызначены стратегичные планы развития гандлю и кооперации. Акрамя экономики, на пляцовках форуму говорили об навуце, адукации и культуры. Настасья Кучинская расскажет больше подробно. Форум регіёнаў Беларусі і Украіны, безумоўна, узрушыў звыклае жыццё Гомеля. Прымаць такое маштабнае міжнароднае мерапрыемства даводзіцца нячаста. Хваляванне дадае і тое, што гэта першы форум, дарогу пракладваць заўсёды складана і адказна. Але Гомель, відаць, па ўсім з гэтым заданнем справіўся. До пленарнага пасяджэння ўдзельнікі форуму падышлі ў добрым настроі, але вельмі сур'ёзна. Настроение после первого дня форума у меня лично хорошее. Я думаю, что это не только мое мнение, но и моих коллег, работающих в компании «Беларуснефть», потому что мы достигли конкретных договоренностей по продолжению работ на территории Украины. И видим, что переговоры прошли на хорошей ноте, и реально будут новые контракты, и это позволит нашей компании укрепить позиции на рынке Украины. Беларуси и Украине треба убирать барьеры у гандли. Про это открывающее пленарное посяджение заявил наместник премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко. Украинский вице-премьер Геннадий Зубко дадае, можно глядеть еще далее. Беларуско-украинские предприемства повинны выраблять продукцию, якую треба продавать на европейских рынках. У другий день форума помеж регионами подписаны 6 договоров об супрацовництве. Серед тех, кто вырашил стать ближе, белорусский Гомель и украинский Днепр. Масштабная пляцовка политичного и экономичного диалогу собрала у Гомеля керовников 17 украинских регионов. И одна из главных задач – наметить основные и приоритетные накерунки дальнейшего сотрудничества. Диалог регионов доказывает свою эффективность. Подписаны новые погоднения. Огульная сумма контрактов перевысила 100 миллионов долларов. Мы, как отделение Белорусской торговой промышленной палаты, организовывали выставки. Были посещения и бизнесом, и органами власти. Основная часть, та, которая планировалась, переговоров прошла в ходе консультационного совета, который прошел вот здесь, в общественно-культурном центре. Почти на 14 миллионов долларов было подписано договоренностей. Для представления махшимости у вытворцев на форуме региона разгорнули несколько пляцовок. Экспозиция буйногабаритной техники разместилась на центральной площади города. Каля манежа «Динамо» показали выставы районных подворков и вырабы рамесников. У самим манежа досягнение народных господарок Беларуси и Украины. Больше 180 удельников за обоих боков представили практически все сферы экономики. Николаевщина является одним из лидеров по производству как зерновых, зернобобовых культур. И мы со своей стороны заинтересованы в поставках не просто продукции, которую вырастили с поля, а переработанной продукции. Это может быть интересно, опять же, для регионов Беларуси. Наши регионы может интересовать молочная продукция, потому что у нас осуществляется при наличии трех крупных переработчиков, у нас есть дефицит в молочной продукции, сырье для переработки. Я думаю, здесь тоже могут быть вполне интересные взаимные проекты, которые могут быть полезны друг другу. Новый виток у беларуско-украинских отношениях форум регионов дал у сферы адукации. На деловом совете высших научных установ двух краин подписано погоднение об сотрудничестве помеж Министерством адукации Беларуси и Министерством адукации и науки Украины. Мы действительно обсуждали вопрос организации независимой оценки качества, как это сделано в Украине. И этот опыт нам очень интересен, точно так же, как и в целом деятельность и в общем среднем образовании, и в профессионально-техническом, и в высшей школе. Первый форум регионов запомнится не только деловыми перемовами, але и культурной программой. Выстава брендов Гомельской области и суместный концерт дружбы у лику галовных подей. На сцену громадско-культурного центра вышли больше 500 удельников за обе двух краин. Это мероприемство с одного боку – символ белорусско-украинского яднания, с другого – махчимость ближе познакомиться с традициями и культурой соседей. Инструмент бандура – это национальный инструмент украинский. Він, я б сказала, ідентифікує українців. Такого інструменту більше немає ніде в світі. Ми дуже раді сьогодні бути на цьому форумі. І приїхали ми з відкритою душею, з любов'ю до наших братів білорусів. Форум регионов Беларуси и Украины у Гомеле у любым выпадку увозил нашу огульную историю. И не только проведенными перемовами и заключенными контрактами. И он стал доброй пляцовкой еще и для сябровских относинов. И уже ведомо, что другие форум регионов Беларуси и Украины пройдет у Житомиры. Настасья Кучинская, Олег Сентюров, Евгения Савина, телерадиокомпания «Гомель».